Ей-ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, King on Fire, Васаби, Скромник, Бульбазавр, Енотка, пацаны, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Я живой. Сегодня у нас очень классная рубрика, потому что все написали в комментариях, ну не все, несколько человек, чтобы мы записали выживание со стихийными бедствиями. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, сегодня у нас будет очень веселый ролик. Пацаны, вы готовы? Да. Начинаем с седьмой стихии, хотел запустить цунами на этой карте. А с какой стороны будет идти, я не знаю. А можно сразу помолиться? А вы видите волну или нет? Вижу, вижу, идет, пацаны, готовьтесь. Это седьмой левел, двойной прыжок. Сколько жизни? Жизни не отнимается, кстати. И что? Меня просто уносит. Дамажит, дамажит, как это не дамажит? Выплывай, выплывай. А что, долго вода будет, пацаны, стоять, как вы думаете? Уходит, уходит. Отлично. Если долго стоять под водой, то у тебя хп начнется отнимать. Так, пацаны, у вас не лагало, да? Да, погнали, торнадо. Кстати, мы скачали еще отдельный мод на метеоритный дождь, так как в этом моде нет этого мода. Гениально. Так, пошла, пошла. Меня засасывает. Вы видите, как опускается смерч здоровенный? Вот это эпические вещи. Он за мной. Ладно, давайте, что будет, то будет. Воу, меня в стенки ударяет. Я над маме парю. Ну и мне жопа. Нет, я живой. Я хоть и черный, но я себе не держу. Вот это жесть. Такой звук. Ладно, все, пошел в жопу. Этот пожилой торнадо. Пацаны, погнали. Выживи сильнейший. Не понял. Ну это была разминка. А теперь жопа. Так, пошло. Так, давайте, пацаны. Пробуйте. Если попадет, с первого раза убивает, кстати, любого NPC. Надо уклоняться. Так, на дом летит. Сейчас будет очень много их. Я запустил двойной метеоритный дождь. Готовьтесь. А мне отцепили с одного удара. Все? Давайте сделаем чисто по центру, вот здесь вот. Мне это метеорит нанес только 500 урона и все. Ну жди, сейчас еще разочек лупанет. Давайте если просто стоять на месте, проверим, убьет меня или нет. Счастливое место выбрал на карте. Вот это жахает. Жесть. Пацаны все стали возле меня, потому что знают, что я вечно счастливые места выбираю. Ой, ну пацаны, вы меня сдвинули на сантиметр, и это место уже было несчастливое. Да мне кажется, у меня счастливое место. Так, пацаны, следующее у нас. Я думаю, что землетрясение не будем включать. Давайте попробуем. Что будет, когда будет землетрясение? А, он просто телепает. Ну, жизни не отнимает, да? Не отнимает. Отнимал на прошлом уровне. Это очень слабо. Так, давайте жестче. Торнадо 8 уровня. Только на сервере, а ты сразу нас. О, пошел, пошел, сразу вверх улетел. Пацаны, вы тоже летаете над картой? Да. Класс. Я один, который полетел в небеса. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Записываю очень веселые режимы. Ловите меня. Ой-ой-ой, кстати, а что там белое? Это один из тоже с торнадо? Я на В пролетаю, чтобы меня не засосало. Давайте брошу. Стоим на крыше, ничего не происходит. Просто как будто апокалипсис какой-то. Я знаю, перед смертью это не поможет. Просто город накрыло весь. А мы не плаваем. А что получается? Мы просто под водой? Дима, я ничего не вижу. И я ничего не вижу. Ну очень интересно. Фонарик не спасает даже. Наверху это тоже ничего будет. Я умер. Кто-то музычку перед смертью веселую включил. Офигеть, что произошло. Мега торнадо. Ого, он подлагивает. Вы видите это? Очень странно. Попадает все время. Да, у меня он тоже лагает. Он, короче, под карту улетел. Передумал с нами играть. Не обиделся. А где он? Он все. Очень странно. Погнали еще раз. Я знаю из-за чего. Его надо выше ставить, во! Полетел. Ого, я полетел, пацаны, давайте, я на самый высокий небоскреб. Чуть-чуть. Да.
Эх, далеко откинул. Я видел. И что там за небоскребом? Это жесть. Давайте мы удалим и поставим его вот так под этой штуковиной. Что будет? Я хотел. Не? А если на дом поставить? А, сдалека не ставится. Будет лагать? Не лагать, а он будет типа сам лагать. Я его на дом поставил. Что, он будет ниже опускаться или будет на доме? Концентрировался на доме, он пытается дома ничего. А, видишь, я так и знал, что можно чисто сделать выживание на крыше. Нет, он решил, пацаны, спуститься. Передумал. И пошел. Куда он полетел? Я вот только и забью бинар. Поставил это, три машины. Для того, чтобы показать, насколько сильный ветер. И ничего, машины даже не подняли. Зато я поднял. Очень странно, почему она так работает. Ого. Какой-то огненный топ, понимаешь? Машины улетели, видели куда? Просто в небытие. Ну и я умер. Это два торнадо, обычный и огненный. У нас прошло половина ролика, а ты уже нас хочешь убить, да? Я вас не хочу убить, я вас уже убиваю. Поздравляю, у тебя это получилось. Обращайтесь, пацаны. Ой-ой-ой, полетел. Смотри, меня просто убивает моментально. Это точно торнадо, а не бомба? Я успел метеоритный дождь запустить. Чё я, когда умираю, метеоритный дождь не запускается? А, просирает. Когда шторм идет, я не могу торнадо запустить, представляешь? Ой, метеоритный дождь. Просто лечу. Странно лечу. Не, вот, конечно, минус метеоритный. Так, я останусь живой для... О, торнадо прилетело откуда-то. Ой-ой-ой, вот, а теперь еще метеоритный дождь, пацаны. Вот это звуки. Просто что-то нереальное творится на карте. Я думаю, я сейчас в болото улечу, там есть болото. Знаете, чего не хватает, пацаны, еще? Нами не хватает, да? Откуда ты знаешь? Я просто его увидел в полете. Это жесть. Я вообще в конец карты улетел сейчас. Вы знаете, сколько я запустил этот цунами? 4 штуки. Ой, я ее вижу, она летит. Я вижу, летит. Она может потушить этот огонь? Давайте повыше взлетим, посмотрим. А, не успею, не успею. Я застрял вообще. Я успею вылететь или нет, мне интересно. Эх, вот это я фигачит. А, их надо успеть. Каждый меня дошел. Торнадо мочит всех. Каким образом? И еще один смерч тут летит. Да, не все до меня. Я что у нас тут еще есть? Меня опять идти. Пацаны, это вообще жопа я сделал. Я все включил там чуть ли не одновременно, еще и цунами летит. Есть ли смысл возрождаться или нет? Есть. Да, есть. Мне кажется, еще вот этого надо добавить. Я умру, я умру, я умру. Получается, огненный смерч, обычный смерч, торнадо и цунами. Всего-навсего там, ну. Жалко, что ли? Я успею отлететь, посмотреть, как это со стороны все смотрится. Хочешь, я тебе расскажу чизерную тактику, как ни разу не упал. Ого, взрывы. Это что за взрывы? Мне торнадо спасло от цунами. Ого, звуки громкие. Смотри, цунами. Не понял. Что это подстава? Небольшой огненный смерч, небольшой. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, есть меньше. Есть меньше, есть меньше. Давайте, знаете, какой поставлю? Вот такой манюсенький. Вот. Это такое? Это маленький смерч. Да, тут, да, вот это он горит громко, да? Кстати, если я сейчас поставлю другой, он будет с другим эффектом. Смотрите, он будет другого цвета. Видите, оранжевый есть прям ярко, но у него другой эффект, он горит более широко. Ого, землетрясение. Офигеть. Ух ты, это не я, кстати, делаю, это бульбазавр делает. Бульба, еще монтировкой по лицу дам. Аж вода выплескивается, вон я вижу. Ребята, знаете, что я сейчас буду делать? Пацаны, наблюдайте, только ничего не надо делать, я все сделаю сам, просто наблюдайте. Я сейчас возьму
Разбросай много бомб и заплющу торнадо, и эти бомбы разлетятся по всей карте. Давай не только торнадо и землетрясение. Нет, землетрясение будет неинтересно, тогда они сразу подлетят и все взорвутся. А торнадо их будет поднимать в воздух и разбрасывать в дома. Допустим, в нас будет разбрасывать. Эти бомбы, они ж не мощные, вы ж помните, да? Только не надо взрывать, пожалуйста. Все, ребята, запускает торнадо. Вы готовы? Давай. А, давайте вот такое. А, лимит, стойте. Это маленькое, да, и оно их не разбрасывает. Стойте, пацаны. Давай большие торнадо. Хорошо, давайте, давайте. Давайте без давайте. Вот это интересно, что будет. О, полетели. Ой. Просто. Все, они все взорвались, я думал, еще какие-то будут. Вот. Улетаем выше, улетаем выше. Ого, ну здоровая. Вон еще взорвалась. Так, ладно, давайте еще чуть-чуть и все. Вы надымили. Все, очищаю, очищаю, там торнадо. Слишком много надымили. Я даже не взрывы, не вижу взрывы от бомб. Ого, теперь увидел. Надо валить. Мне кажется, не все взорвались. Вот теперь все. Ой-ой-ой. Не все еще там есть? Походу да, потому что меня сейчас опять надо. Ого, здесь сколько огня. Там не видно сверху ничего. Тут что-то нереальное творится. Вот еще бомба взорвалась от бульбазавра. Ну и давайте в конце эпик. Хочу посмотреть, как это со стороны. Так, давайте чуть-чуть выше волны. Я лечу с шифтом. Мне кажется, на машинах реально от цунами уехать или нет? Проверим в следующем ходе. Или прямо сейчас. Весь город в воде. И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. На всем отличного настроения и всем пока!